Город Бендеры, 1 июня 2017 год. День защиты детей. Вот тут, на этой сцене, через минут 10 состоится концерт. Значит, давайте посмотрим, что у нас тут на площади. Значит, намечена такая маленькая прогулочка. Что же у нас продают? Вот шары пускают, привлекают детей. А, значит, шарик стоит рублей 45 вот такой вот. Это около 4 долларов. Вы что-то уронили? Тут у нас игры, инструктор, сеть клубов. Это 3D. Говорят, очень интересно это. Давайте возьмем. Дальше у нас тут сладости, пирожное, квас, это Тернов, когда, наверное, рублей 8 где-то стоит он, или 10. Дальше всякие игрушки. Возможные. Такое. Она как надувается или? Вы не в курсе? Так, что там дальше у нас? Шарики продают. Так, пойдемте дальше, чуть-чуть дальше. Тут у нас какая-то выставка, экспозиция. Не буду так долго, но паровозик вы нас хорошо знаете. Значит, тут я так вижу, что рисуют всевозможные. Нет, тут пока ничего не делают. А, нет, кто-то вот рисует. Вот ребенку рисуют. Так, что тут у нас еще едет? Такие вот гуси. А гуси кря-кря-кря. Это, наверное, из этой области. Помните народную песню? Вот. Я не видел еще таких гусей. Вот эти гуси. Ровно через месяц, 4 дня. Так, пойдемте дальше. Так.
скоро у нас все начнется. Так, ну я так до Советской дойду уже, и тогда уже маленький такой ролик на этом закончу. В принципе, такой светлый, хороший день сегодня. А там дальше у нас несколько девушек стоит, в виде таких, что ли, ну, скульптур. Вот сейчас я к ним подойду и покажу вам. Я как раз хотел Советской сделать круг, но решил все-таки круг сделать отсюда. Здесь у нас, наверное, художественная школа сегодня представляет. Вот. Ой, как парни разрисовали. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, художественная школа сегодня у нас. Наверное, по улице Кишиневская, которая. Сейчас посмотрим. А это кто у нас тут? Да, художественная школа Бендеры. Я, к сожалению, если вы меня слышите, я не могу говорить, потому что сильно очень громко. Так, а вот эти девушки, которые стоят. А там еще дети тоже есть. Вот дети, наверное, идут на выступление. Наверное, будет какая-то сказка сегодня. Вот. Это у нас дом пионеров. Вот они как раз со своим руководителем и подходят к сцене. Так, что тут у нас еще есть? Так, а тут что? Давайте посмотрим. Так, а тут что? А-а-а. Тут прям очередь целая стоит. Интересно, интересная очередь. Наверное, мороженое раздают бесплатно. Филиал «Юный техник», представляю. Вот «Юные техники». Да. Дети приходят. Вот еще дети идут. Все-таки, наверное, какое-то будет представление. Так, пожарка приехала.
Вроде чучело палить не будут. Так, и вот. И последнее, что сейчас забор соберут, и можно уже занимать места. И я иду занимать место свое. Любимое.